ближайшее время тоже в планах сейчас закрыть контур и приступить к внутренним отделочным работам. Сейчас в основном работы, ну, монолит 100% завершен. Сейчас выполняются работы по устройству фасадов. Строительство нового жилого комплекса «Равновесие» рядом с селом Перхушково началось в 2021 году. На данном этапе на объекте завершены основные работы по монолитной части. Строители приступили к отделке и устройству внутренних инженерных сетей. Ход работ проинспектировал глава муниципалитета Андрей Иванов. Где мы шли, это как раз и есть центральный бульвар, который дойдет до детского сада. Это как раз, как я говорил, вы можете беспрепятственно выйти, не переходя дорогу, пройти до детского сада. Вот, в зоне центрального бульвара хотим разместить уже большие детские площадки, такие плей-хабы, как говорят, да, там вот, и зоны тоже отдыха. Сейчас вы видите первую очередь строительства. Всего жилой комплекс предполагает 3 очереди строительства. Вот, 11 жилых домов переменной этажности от 4 до 6 этажей. Проект отличается комфортным малоэтажным форматом с минимальной плотностью застройки, отметил Андрей Иванов. В ближайшее время здесь приступят к благоустройству и внутренней отделке мест общего пользования. В эксплуатацию равновесие планируют ввести в конце текущего года. На 180 тысячах квадратных метров появится новый жилой комплекс со своей инфраструктурой. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».